Друзья, в курсе обучения работа по телу. Будем работать с аппаратом Кавитон, с помощью которого будем делать процедуру кавитации. Разберем нюансы, какие ошибки бывают при работе с кавитацией. Разберем с вами РФ-лифтинг, РФ-лифтинг по телу и лицу. После чего будем разбирать вакуумный массаж, так как кавитация, РФ-лифтинг и вакуум делаются в комплексе за один раз на каждую часть тела для эффективного похудения. Также разберем с вами растяжки, которые бывают после набора веса. Разберем с вами работу с мезороллером совместно по телу и совместно с этим аппаратом, либо можно отдельно, так как очень многие сталкиваются с такой проблемой, как растяжечки по телу, тоже будем их убирать. Работа с руками, омоложение рук занимает тоже немаловажно.